Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRessetInfo, а перед нами Realme C25Y. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве подключиться к какому-либо Bluetooth-девайсу. Для этого мы берем нужный нам Bluetooth-девайс, после этого заходим в настройки, выбираем подключенное устройство, нажимаем «Добавить устройство» и дальше берем наш Bluetooth-девайс. И в этом моменте многое зависит от самого Bluetooth-девайса, потому что все Bluetooth-устройства подключаются по-разному. К примеру, AirPods подключаются, открыв кейс и зажав кнопочку сзади. Разные колонки подключаются при зажатии кнопки питания и так дальше. То бишь, попробуйте разные вариации, а если у вас никак здесь не появляется нужное вам устройство, тогда проверьте в поисковике не как подключить любое устройство к вашему телефону, а как подключить именно ваш Bluetooth-девайс к какому-то телефону. Там у вас будет инструкция, что именно нужно сделать, чтобы девайс подключился. Мы же сейчас быстренько подключим AirPods. Иногда, если у вас какой-то Bluetooth не подключается с первой попытки, у вас идет просто бесконечная загрузка. Такое случается, и случается довольно-таки часто. Нужно просто сделать несколько попыток. Обычно хватает второй, иногда приходится сделать еще третью, но не так часто. Давайте дождемся, пока снова у нас в доступных устройствах появятся мои AirPods. Нажмем на них. И надеемся, что в этот раз они появятся. Просто при первом подключении, когда я нажал «Подключить», пока я с вами болтал, у меня пропало нужное меню, и поэтому приходится делать все сначала. Вот у меня и подключились мои AirPods. Я могу теперь нажать здесь на шестеренку и их удалить с телефона, чтобы телефон их забыл. Больше видео об этом устройстве вы можете посмотреть у нас на канале. А если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете задавать их в комментариях. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания.